Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня у нас будет необычная распаковочка, а необычная она потому, что пришла актированная посылка. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Посылка была вскрыта, посылка дошла за 36 дней, насколько я помню, да, 36. И вскрыта она была неизвестно где, но во Внуково ее заматывали. Она пришла вот с таким актом описи. То есть приходит вот такая вот бумажка, когда посылочка вскрыта. Составлен 5.11, Внуково, ММПО цех 1. Это то есть во Внуково, именно во Внуково приезжают вот эти все посылочки. Если кто заказывает, Москва, область, вот эти вот местные, как бы ближние к Москве регионы, приходят через Внуково посылки. Значит, вот такая вот посылочка. Здесь должно быть красное платье. И мы сейчас с вами посмотрим, на месте оно или нет. То есть они актировали ее и взвесили, то есть совпадает вес 300 отправлений, 300 она весит. Но мы сейчас с вами посмотрим, все ли внутри, все ли в порядке. Что ж, приступим к вскрытию. Значит, посылка отслеживалась, по трек-коду шла. Оценена она в $5, хотя на самом деле стоимость платья 12, по-моему, долларов. Сейчас вот здесь сверху ставлю магазинчик, в котором покупалось это платье. Вот магазинчик, цена, все вам видно, пожалуйста. А вот теперь давайте откроем и посмотрим, все ли на месте или нет. Первый раз у меня такая вот за год, первый раз посылка вскрытая пришла. Все, ничего нету, давайте с другой стороны посмотрим изнутри, где она заклеена, что именно было вскрыто. В принципе, надорвана середина была немного. Вот здесь видно, что проклеена. Серединка была немного надорвана, и все. Здесь у нас красное платье заказывалось девочке на Новый год. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что же здесь у нас такого интересного. И, естественно, обязательно сделаю фото. Сравним с тем, что есть на сайте, и с тем, что есть на самом деле. Значит, это сам капюшончик. Сам капюшончик. Запаха никакого нету. Прошито вроде все аккуратненько. Главная проблема китайцев — это запах и неровно прошито. Но в этот раз вроде все нормально. Пока с капюшончиком, капюшончик в сторону. И вот само платье. На платье есть вот такой вот лейблик. То есть должны были размеры стоять, цвет и все остальное, но, к сожалению, нету. Здесь пришита бирочка. Посмотрим, как стирать, интересно, написано или нет. Вшита молния для удобства одевания платья. Нет, как стирать не написано. Изнутри прошито тоже вроде нормально. Вот такое платье дошло быстро. Такая нитка тут. Вот платье на Новый год. Но боюсь я, что под нашу девочку-то оно будет уже маловато. Но померяем. Выложу фотографии. Точнее, фотографии вы уже видите. Значит, была сегодня вот такая вот распаковочка. Платье пришло хорошее. Можно заказывать. О, можно заказывать. Нашел я все-таки. Нашел косяк. Нитка торчит. Все, вроде больше ничего не видно. Можно заказывать. Оставлю ссылочку на продавца. Оставлю ссылку на группу ВКонтакте. Ссылки все будут там. Фотографии тоже будут там. Смотрите, пожалуйста, выбирайте. Есть ссылки, переходите, покупайте. И грязь нашел. Во! Ха-ха. И нашел еще грязь. Так что не знаю. Ну, уже вторая вещь попадается с грязью. То есть одежду китайцы не особо берегут. Пришла распашонка с грязными пятнами. Пятна так и не отстирались. Там что-то масло или что-то такое. И вот здесь. Но здесь видно, что это какой-то песок. То есть это не масло, ничего. Это песок. Видать, испачкали, упало оно или что-то.
попробую увеличить, сделаю поближе, сделаю фотографию. Вот такая вот была распаковочка. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока, друзья.